Пока одни девахи изучают женскую психологию, становятся психологинюшками, другие изучают мужскую психологию, и это еще страшнее. Чем больше я ухожу в мужскую психологию, тем больше я понимаю, что на самом деле женщины могут любить мужчину просто за то, что он есть. А мужчина делает очень многие вещи на выгоде. Мне кажется, деваха просто не смотрела женский тикток и не знает, что женщины бесконечно говорят, что главное деньги, остальное приложится.